Всем привет, мои хорошие, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. Кто не знает, я скажу, у нас на страничке в Одноклассниках акции и скидки. Акции и скидки не потому, что растения умирают, и их надо срочно продать или избавиться от них, а потому что мне просто так захотелось. Растения, кстати, после жары замечательно себя чувствуют. Не все, конечно, замечательно себя чувствуют, но остались как раз-таки в продаже самые сильные и крепкие растения. Я думаю, для многих это будет, наоборот, плюсом. Все вы знаете, что завоз был не сегодня, не вчера и даже не неделю назад, а завоз был уже, наверное, недели три назад, да? Как раз в самую жару, накануне, точнее, самой жары. И которые растения плохо себя повели, они уже себя показали, были вчера, позавчера отобраны, потому что два дня я занималась поливом, рассматриванием цветов, обрабатыванием цветов от насекомых вредителей вертимеком. Обработаны были полностью все цветы, полностью, точнее, все орхидеи и даже сами цветочки. Много раз говорила, что вертимек не влияет на цветение, на рост растения, и растюшки также продолжают замечательно себя чувствовать, цвести, но только уже более свободно. Это я на тот случай, если вдруг какие-то все-таки вредители на растениях были. Теперь им точно никто не угрожает, потому что они были все обработаны. Ну и о чем же я? Да. Акции-то и скидки я сделала, а девочки очень переживают, что растения в плохом качестве, поэтому я и сделала скидки и акции. Ну, скидка-акция будет действовать недолго, все написано на страничке в ленте, заметочку я опубликовала, поэтому, кому интересно, пройдите, почитайте и ознакомьтесь. Ссылочка на мою страничку под каждым моим видео. Заказ можно сделать только в соцсетях, в Одноклассниках. Больше нигде заказы не принимаю. Ну, давайте покажу, что же осталось и в каком оно качестве. Конечно, уже какие-то растения не настолько пышно цветущие, потому что, во-первых, время приходит растюшкам, да? Ну и все равно надо понимать, что растение будет идти почтой, и в любом случае какие-то цветочки или бутончики они отсушат. Ну вот, например, пират Пикати. Вы посмотрите, до сих пор еще с бутонами. И эти бутончики они скоро-скоро откроют. Но если вы обратили внимание, расцветка у него совершенно разная. Вот эта расцветочка, он открылся, снимаю без вспышки, он открылся еще до жары, а вот этот открылся уже во время жары. Кто не знает, скажу, растения в очень жаркую погоду, высокие температуры открываются гораздо бледнее, и им не хватает красочек. Поэтому переживать об этом не надо, ваше растение обязательно будет цвести в домашних условиях, также в той же расцветочке, в которой он должен быть. Ну, а так даже, если честно, немножко интересно, например, для меня, если один бутончик открылся вот такой, а другой вот такой. Давайте включу вспышечку и посмотрим со вспышкой, что-то я заговариваюсь. Вот так вот выглядит пират Пикати. Шикарные растюхи. Девчат, не помню, сколько осталось, вон даже. Прям вот открывается и тоже откроется бледненьким. Ну, жара сделала свое дело, но это не проблема. Почему скажу вам, что не проблема? Самое главное, что эти растения выдержали всю эту напасть. Все невзгоды нашей погоды. Ну, я старалась дать для них хорошие условия, и насколько я смогла это сделать, конечно же, я это им дала. И самые сильные растюшки остались для вас. А самые несильные растюшки, вот такая корневая, вот такой шикарный куст. Пират Пикати вообще компактные кустики. И прям вот такие все они замечательные. Корневая тоже у всех шикарная. Дальше.
Что-то я начала с серединки. Вот такой вот интересный. Так, что он тут у нас зацепился? Биглипчик. Красавчик. Не очень крупный, 6 сантиметров примерно он. Но цветочки чем выше, тем мельче. Он такой вот желтый, с интересной, красивой губой. Очень нравится мне этот цветочек, красивенький. И еще тоже присутствуют бутончики. Тоже замечательная растюшка, их осталось 2, насколько я помню. Растения все напоены. Девчата, этот показываю подальше, потому что он в размахе листьев такой прям большой. Этот сидит в кока-чипсах, поэтому корешки присутствуют, но сейчас мокрое все и очень плохо видно. Но корешки есть. Вот второй экземплярчик. Корешули все наверху. Так, сейчас поставим. Остались 3 шикарных Лас-Вегаса, симпапульки, вот такие вот красотули, тоже у них все шикарно в горшочке, все прекрасно, корневая присутствует, шейкой, с кустиком все замечательно, поэтому не переживайте, мои хорошие. Каодушки есть, не помню сколько. Сейчас обновлю альбомчик, все по количеству поставлю. 3 каоды и 3 Лас-Вегаса. Каоды, кстати, все мутантики были. Не озвучивала это, когда их привезла. Но они все были мутантики в том плане, то, что где-то попадалась бабочка. Вот этот тоже такой неровный. Каоды, кстати, пахнут розами даже сейчас. Несмотря на то, что у них осталось не так уж и много цветочков. Каоды тоже компактные кустики. Вот такие вот красавчики-октопусы. Они на самом деле желтенькие, а на камеру почему-то они всегда белые. Они не очень ярко-желтые, но такие вот в желтизну. Даже бы я сказала, больше, наверное, салатовенькие они. Но вот почему-то на камеру они всегда передаются более белыми. Очень красивый цветочек. Любит долго подцвести. Очень красивый. Ну и также все прекрасно с корешками. Этот сидит в коре, поэтому корнюшки, видите, как хорошо видно. Зелененькие, напоенные. Я говорю, что я их поила 2 дня здесь все. Ох, нелегкая ж эта работа напоить такую массу цветов. Но ничего, я справилась потихоньку. Занималась этими красавчиками. Дальше, что у нас тут с вами осталось? Биглипчики вот такие вот остались. Вот этот биглипчик. Где у нас фокус? И вот эта раскрасочка. Это один и тот же сорт. Очень красивые биглипы. Тоже все у них прекрасно в горшочке. Тоже сидят в кока-чипсах. Корни такие мощные, смотрите, прямо огромные. Замечательные биглипчики, очень красивые. Цвести в дальнейшем могут и как шоколадка, и как больше, я имею в виду окрас шоколадки, да, и больше белого, потому что вот они пришли даже так, вся партия была с разным окрасом, а название у них было одно. Название можно будет посмотреть в альбомчике в наличии, девчат. Дальше. Вот такая вот красота. Вот это салатовая и передает ее цвет. Это уже более верхний цветочек, поэтому он помельче. Очень красивые, такие восковые, кожаные, прям переливаются. Размер цветочка примерно тоже 7 сантиметров. Тоже шикарные кусты. Название, по-моему, Франки, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Тоже были хорошо поены, но посмотрите, да, насколько много корней. И они уже подсохли даже. Хотя поила очень их хорошо.
чтобы они хорошо напились. Ну, вот сейчас не передает уже салатовый цвет, но на самом деле они салатовые, очень красивый цветок. Так, здесь вы видите все то, что я отобрала, и оно снято с продажи. Об этом будет совершенно другое видео. Да, такое есть. Почему-то многие думают, да, что орхопродавцы озолотились на продаже цветов. Но, к сожалению, орхидеи, простояв какое-то время, начинают себя показывать. И самые слабые выказывают все свои больные места. Поэтому много растений было снято с продажи. Конечно же, я их не выкину, конечно же, я их не оставлю, и они будут мною обработаны. Ну, об этом будет у нас следующее видео, возможно, ближайшее видео, посмотрю по своей занятости. Да, кстати, вот эти красотульки белые, вот с такими пятнами и с такой вот желтой-желтой губой, они не сняты с продажи, они в продаже, но только они отцвели, как вы видите, сильно стрессанули, жара на них повлияла так. Но с корневой у них все прекрасно, они стоят в контейнере, я им подлила чуть-чуть тут водички, чтобы растюхи напились. Шикарные корни, мощные кусты. Вот, цветоносы пока не отсушивают, поэтому я их не отрезаю. Сделаю фоточки к этим растениям, и желающие прикупить вот такую красоту прикупят ее и не в цветущем виде. Растения очень были красивые, ну, фото привоза у них тоже есть. Ну, вот эти растюшки, как вы видите, они отцвели, все остальные замечательно себя чувствуют, и они все цветут. А также отцвели пикачипы. Пикачипы вообще очень сразу, как началась жара, буквально прям вот через неделю сбросили полностью все цветы. Ну, кто не знает, я скажу, шевелианы, стюартианы, все вот эти, а пикачип — это смесь данных цветов, да, они не цветут долго, даже в домашнем условии они цветут буквально месяц. Ну, единственное, они очень любят доращивать. Если они в домашних условиях у вас зацветают, они любят доращивать, выпускать новые цветоносы. Ну, кстати, вот у каких-то видела при поливе уже новенькие цветоносики. Ну, сразу скажу, выбирать не буду, если даже кто, вы попросите, приобретете и скажете: «Люба, найди мне, кто там выпустил цветонос, я его хочу купить». Нет, этого не будет. Вот под... они все в идеальном состоянии. На данный момент я не помню, кто из них, например, кого я видела, да, с цветоносиком, сидят в кока-чипсах. Все прекрасно, напоенные, все у них замечательно. Вот такая вот шикарная листва. Пикачипа можно любить только за шикарную листву. Дальше что у нас осталось? Фронтерки. Так, стоять, не фронтерки. Или фронтерки. Господи, девчата. Ну да, я вообще-то не ошиблась все-таки. Посмотрите, какая красота. Настолько он красивый, прям вот весь переливается. Очень красивые цветы, очень они мне нравятся. Тоже есть в наличии. Вот это вот завязано, это я связываю цветоносы, чтобы они в разные стороны не разбегались. Все прекрасно с корневой, шикарная ботва. В общем, замечательные растюшки. Как вы видите, цветут. Вот такой шикарнейший биглип. Очень он мне нравится. И называется он Динь-Динь в переводе. Девочки, кто-то писали, как он называется по-другому. Смотрите, какая у него красивая губа. Она как будто тройная. Вот здесь у нее как будто юбочка такая. Очень красивый. Ну-ка, без вспышки. Дует на них вентилятор, они как будто бы на ветру. Очень красивые. Цветочки не мелкие, примерно 7 сантиметров. Шикарные тоже кустики. Кто вылезет, а кто нет. Все прекрасно с корневой. Ой, как фокус теряется. В общем, замечательные кусты. Так, пока две руки, фокус наладить. Вот такой вот шикарный биглипчик.
Их осталось, по-моему, 5 штук. Замечательные красотуны. Есть еще в наличии. Вон корневая какая. Даже еще вон с бутошечками есть. Также есть вот такая красота. Лего Фантастик, которая называется. Я все названия не помню, поэтому кого помню, конечно, я называю. Невозможно запомнить все орхидеи. Вот такой вот. Увидела, а там корень лезет, а я подумала, новый цветонос. Вот такие вот красавчики. Их осталось, по-моему, 3 штучки. Вот такие шикарные. Аглонеома, что ли, господи, никогда не могу прочитать их. Вот такая вот красота. В 12-м горшочке. Это для любителей, не орхидей. Очень красивый окрас. С обратной стороны вот так зеленева. Ну, больше красного. Красные, розовые, зеленые. Вот это все один и тот же сорт. Посмотрите, какая прелесть вообще. Очень красивые цветы. Дальше. Вот этот сорт, не знаю, как называется. Я его называю мармеладком. Вы посмотрите, он выглядит вот прям действительно как мармеладка. И сейчас я вам покажу цветочек, который распустился до склада. И цветочек, который распустился на складе. Видите, он тоже гораздо бледней. Вот такая вот мармеладка. Очень красивый цветок. Такой прям... Ну-ка вспышку включу. Ага. Видите, да? Прям вот мармеладный такой красотун. Ну, тоже все шикарно. Опа. С корнями. Все замечательно, шикарные кустики, замечательные растюшки. Также вот такие рыжие красотульки. Рыжульки. Для тех, кто любит мощные кусты. Высокие цветоносы. Кстати, в альбоме он стоит со скидкой. Ну и тоже все прекрасно с корневой. Видите, шикарные кусты. Тоже остались есть в наличии. Цветочек такой крупненький. Красавицы. Пока здесь внизу сижу, покажу вам вот этих красотулек. Я думаю, что вы их узнали. Это Джулия. Если получится, сейчас вынуть, девчат, выну, потому что они зацепляются своими цветоносами. Такая вот шикарная корневая. Надо же тоже, как подсохли уже. Вчера были напоены прям вот хорошо-хорошо. И уже корни подсохли. Шикарные кустики, прекрасный цветок, ароматный. Так, надо выключать вспышку, засвечивает. Вот такая вот красавица. Очень хорошие кустики, ароматные, которые уже себя показали, тоже были отложены. Смотрите, какая шикарная губа. Без вспышки вообще ничего не видно. Со вспышкой все засвечивает. Вот такие вот красавицы. Ну, а также любимый дикий кот. Всеми любимый. Они тоже есть в наличии. Он открывает еще бутошечку свою. Очень красивые, шикарные кусты. Девчат, тоже не хочется тормошить лишний раз. Ну вот. Такая красота. Все вы знаете, что я всегда ухаживаю за растениями. При отправке, если я вижу какие-то проблемы с растениями, они всегда откладываются, убираются, и никогда я плохие растения не отправлю.
Если уж что-то и происходит с растением в посылке, то, простите, это моей вины в этом совершенно нету. Вы видели, я вам показывала целый стол отложенных растений, которые я никому никогда не отправляю. А я их просто откладываю, начинаю их лечить, ухаживать за ними и, в общем, приводить их в чувство. Вот такие вот красавицы мультифлорочки. Такие, девчат, я даже не смогу, наверное, вынуть, потому что они здесь так плотно все стоят. Ну, вот так покажу, видите? Одной рукой мне просто неудобно это делать. Здесь растущие корни у всех. Невысокое растение. Ну-ка, давай нам показывайся. Вот такая вот красота. Очень красивый цветок. Здесь сзади стоит Монако. Тоже прекрасный цветок. Девчат, не достану вам его показать. Просека. По-моему, один кустик остался. Тоже замечательный куст. Все прекрасно с корневой. Ну, вы все знаете, что после оформления заказа я делаю повторное фото. То есть еще одно фото после оформления заказа я вам предоставляю. Именно вашего цветка, подписанного вашим номером заказа. Вот такие вот ароматные желтые красотульки. Две штучки осталось. Не могу понять, почему их не видят. Ампельное растение, цветут очень всегда пышно. И цветоносы у них всегда в разные стороны свисают. По много-много цветоносов у них всегда. Вот такие вот красотульки цветут уже очень давно у меня на складе. Ну, больше месяца, это точно. Так, кто-то у нас тут спрятался. Вот это вот такая красота. Ну-ка, кто же это у нас? Брассия. Это у нас брассия. Сейчас засунем обратно бирочку. Вот такой вот шикарный кустик. Прям цветок, паучок, паучок. Фото в альбоме есть. Конечно, уже цветочков не осталось. Но зато вот видно, какой шикарный куст. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По-моему, шесть бульбочек вот этих. Обалденный куст. Также вот такие вот лабутены башмаки. Посмотрите, какой шикарный лист. Обалденный. Они тут все повыдавали деток, практически все с детками. У кого-то даже и не одна. Вот, видите, сбоку деточка. Когда я их привезла, деточек не было. Вот, у этого, скорее всего, тоже есть день с другой стороны. В общем, тормошить их крутить не буду, но вот такая вот красота. И один остался цветочек вам показаться. На одной розеточке. Вот такая вот красота. Мне так нравится их губа. Вот такая вот. Крупный цветочек, не мелкий. Поэтому присмотритесь, девчульки. Пока скидки. Хорошее предложение. Вот такие мультяшечки тоже. Медички, мультифлорочки. Посмотрите, какая прелесть. Неописуемая. Очень красивый цветок. На ногти не смотрим, я ковыряюсь тут с цветами, поэтому не хожу с собой на работу со всеми инструментами, чтобы отмыть ногти. Такие вот красотулечки, плотный цветочек, цветочек примерно 5 сантиметров, тоже ароматные. Вот такая вот прелесть. Вон тут даже такой какой-то, как защипчик у нее. Вот, а тоже она... Прям очень они мне нравятся, очень красивые цветы. Ну, палочки тут мешаются. Вот такая вот прелесть. Ну и вот такие вот солнышки. Действительно солнышки. Чем больше стоит цветок, изначально салатовые открываются. А потом делаются, вот они даже, видите, отличаются. Делаются такие прям салатово-ярко-желтые, с чуть-чуть добавлением какого-то оранжевого цвета.
Обалденный цветок, кожаный, плотный, восковый и ароматный. Тоже любительницы долго подцвести. Ой, вот так чуть-чуть приподниму. Шикарная корневая у всех, потому что они упираются даже, видите, в рост пошли корни. Замечательно чувствуют себя растюшки. Также вот такая мультифлорочка. Очень красивая, так похожа на какой-то цветок. Название написано в альбоме. Сейчас не помню, поэтому озвучивать не буду. Тоже очень красивый цветочек, ароматный. Тоже мультифлорка. Тоже с прекрасными корнюшками. И компактненький листик. Это мультифлорки для тех, у кого уже совсем нету места, а хочется. Дальше вот такие красавицы. Тоже мультифлорки. Почему-то их не видят в альбоме, но вживую очень красивый цветок. Вот не передать словами. Настолько пышно они цвели. И аромат от них тоже стоит. Прям обалденный. Посмотрите, какая шикарная губа и сколько на ней окрасов. Это же прелесть. Это просто чудо. И сейчас я вам... Опа! Смотрите, какая шикарная корневая. И тоже кустики не крупные. Цветочек весь переливается. Обалденные. Дальше. Остались у нас зеленый зигопиталум. Вот этот прям зеленый. У которого уже выросли два. И вот еще. Вот здесь новый ростик пошел. Эти бульбочки здесь были еще две старых. Я убрала их. И раз, два, три, четыре. И, по-моему, там еще сзади. Да. Смотрите. Пять. Пять новых ростов. Я даже его подписала. Зеленый зигопиталум. Но он есть в альбоме. Посмотрите. Шикарное растение. И уже с кучей молодых бульбочек. Это вообще чудо. Так, этот у нас такой темный зигопиталум. Тоже есть в альбомчике фото. Здесь две-три бульбочки. Молоденьких ростиков пока не наблюдаю, но зато посмотрите, какая шикарная бульба у стареньких ростиков. Шикарное тоже растение, присмотритесь. Так, белые дендробиумы остались, две штучки. И у каждого из них огромные уже молодые росты. Пришли они ко мне, растут не по дням, а по часам, честное слово. Пришли с малюсенькими ростиками. Посмотрите, какой уже рост огромный. И также у второго дендробиума тоже так же вот такой молодой рост. Уже выше старой бульбочки. Не успеете оглянуться, и опять зацветут. Белые, крупные, ароматные цветы. Обалденный цветок. Дальше вот такие мультифлорки рыжульки. Тоже рыжульки. Ароматные. Девчата, не могу описать. Они даже не столько рыженькие. Вот смотрите, прям цвет передает полностью ее. Тоже чудесная вот такая губа. Неоновая серединка. Неоновый отлив полностью по цветочкам. Очень красивый цветочек. Знаете, такой как будто цвет, как грязный кирпич, что ли, и с неоновым отливом. Обалденный цветок, вообще очень красивый. Присмотритесь, девочки. Будете жалеть, когда закончится. Вот такая вот красота. Ну, многие мне писали: Люб, хочу, но сделай фото. Девчат, каждый из вас фото я делать не буду. Я для этого и снимаю вам видеообзоры, чтобы вы видели на сегодняшний день, как выглядят цветы. Поэтому смотрите. Можете просто, если не можете найти в альбоме данный цветок, который вам понравился на видео, да, сделать скриншот с экрана видео и мне прислать в личный смс и сказать: Люб, не могу найти его в альбоме, хочу вот этот цветок, как у тебя на видео.
И я вам покажу, где он в альбоме в наличии. Ну просто вот этот вообще вот, я не могу вам передать словами, насколько он красивый. Обалдеть. Невысокий, примерно 40 сантиметров в высоту. Кустики компактные, корневая шикарная и обильно цветущий цветок. Так, там у нас еще остались две. Забыла, девчата, забыла. Вот такие вот красотульки. Верхние листочки сушат кончики, это ничего страшного. Для этого сорта все это прекрасно. Вот хоть расстреляйте сейчас, я даже не вспомню, что это за сорт. А с интернетом у нас уже, наверное, неделю проблема. Поэтому очень долго, да, отвечая на СМС, интернет барахлит. Не только у нас, а во всем городе. Не знаю, с чем это связано. Так, вот такие вот, как они, маздевали, по-моему. Конечно, они на данный момент уже отцвели. Но в альбомчике они все под номерами, и там видно, какой был у них цвет. Эти растения, мне кажется, вообще неубиваемые и зацветают очень быстро. Вот у них уже пошли новые росты, много. И вот с этих новых ростов они не заставят себя ждать. Буквально вот еще чуть-чуть подрастут и выпустят цветонос. И цветут они, начинают выпускать эти цветоносы прям вот гроздями. Вот такие вот бульбашики. Сейчас, девочки, подвину здесь их. Шикарные тоже. Но их не буду вынимать, я их уже показывала. Вот такой вот огромнейший куст. Вчера поила, и кусочек отвалился от одной из них сам, потому что они вот тут себя просто перевешивают. Смотрите, какой огромный куст. Конечно, все уже сухие цветоносы я срезала, но цвели очень пышно. Обалденные кусты. Ну, также тут есть гигантейки, с которыми я сюскалась всю ночь, хотела сказать, всю зиму. Вот такие тут шикарные корни у них растут. Гигантея очень крупный цветок вырастет в будущем с серебристыми листочками. И они, вон там, корни от шеи растут. Обалденно растут здесь гигантейки в тех посадках, которую я посадила. Гигантеи Ф3 не требуют пересадки. И 220, так, 272 не требуют тоже пересадки. Что у нас тут еще с вами? Ну, вот бульбашек, который отвалился давненько, также при поливе. И вот я его посадила. И вот прекрасно чувствует себя растюха. Так что все-таки я их разделю. И будут они на продаже. Вот так понемножку. Маленькими кустиками я имею в виду. Так, 272-е. Вообще обалденные. Ой, откуда вытащить? Капает. Только сегодня поила их и по чуть-чуть оставила воды, чтобы смотреть. Ой, что показываю. Смотрите, какая шикарная корневая. Это рыжие-рыжие цветы. У девочек, у кого-то уже такой распустился и бледненький. Девчат, я вам говорю, что в жару растения распускаются гораздо бледнее, чем должны. Очень рыжие крупные цветы будут. Естественно, у взрослого растения. Это само по себе еще растение как бы не готово к цветению, поэтому, возможно, у него и цветы будут гораздо мельче. Это наши с вами реанимашки, 10 штук, которые мы с вами пересаживали, наверное, месяц назад. О них я тоже сниму вам отдельное видео, потому что есть что показать. Ну, вы как видите, что они все 10 и стоят. Ну что, мои хорошие, вроде все вам показала, что хотела. Покажу вам напоследок то, что готовится на отправку, а это мох. И после этого мха, вот этот
Вот эти заказы с амхом я сейчас отправлю сегодня. Видите, я их разложила по пакетам, по нужным количествам, кому сколько надо было. Ну, то есть, кто сколько заказал. Вот. Вот такое вот чудо. Обалденный жирный мох. Экологически чистый, в котором орхидеи просто растут с бешеной скоростью. А как они растут с бешеной скоростью, я вам покажу в следующем видео на тех реанимашках, которые мы с вами в убитом состоянии пересаживали в мой мох. И что с ними произошло. Вот тоже, смотрите, кому-то красненький попался даже. Обожаю этот красный, вот этот вот мох красненький. Просто прям с ума по нему схожу я и мои орхидеи. Ваши не знаю. Но вы говорите, что вашим тоже очень нравится. В общем, вот заказики разложены. Здесь я уже отложила целый тазик для пересадки цветов. Ну и скоро, конечно же, появится мох в наличии, как вы поняли. Потому что вот это последние отправки предзаказа. То есть девочки по предзаказу ждут этот мох. Они его оплатили давно и ждут. И вот это последние заказы, кому надо отправить по предзаказу. И со следующей недели, наверное, появится он в наличии. Приобрести его можно будет теперь только в наличии. Кстати, кто есть на моем втором канале, те знают больше новостей, что и как происходит. И всем девочкам спасибо, которые вчера поддержали меня на втором моем канале. Если вы слышите по голосу, мое настроение стало гораздо лучше. И это все благодаря вам. Вчера, правда, мне хотелось просто все бросить, закрыть, затоптать и уйти, и никогда больше этим не заниматься. Потому что люди иногда настолько ведут себя как звери дикие, что иногда становится страшно и уже ничего не хочется. Но спасибо вам, мои хорошие, кто меня поддержал вчера на втором моем канале. Кто не знает о втором канале, подписывайтесь. Канал тот называется «Моя жизнь». Ссылка на Одноклассники, на мой второй канал есть в описании под каждым моим видео и в информации о канале. Все, мои хорошие, всем пока-пока. Приобретайте растюшки, пока они с шикарной ценой. Не упустите свой шанс приобрести здоровое, без насекомых, шикарное растение. Я думаю, что те девочки, которые, к сожалению, не буду искать, очень много девочек, которые пишут хорошие отзывы, ну, пишут практически все, но не все пишут это для всеобщего обозрения. Многие пишут мне в личные сообщения, присылают фото полученных растений, да, и очень редкий цветок, который при доставке сбрасывает свои цветы. То есть, если я его упаковываю цветущее, оно цветущее приходит. Редкий цветок сбрасывает полностью все цветы. Даже за один день могут отсушить цветоносы. Но это все зависит индивидуально от растения. Вот, ну, очень редко такое, но бывало. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Не забываем поставить лайк, подписаться на два моих канала. Всем спасибо, кто был со мной. И надолго не прощаюсь. Обещаю вам, по крайней мере, в самое ближайшее время еще два шикарных видео о пересадке и о том, что произошло с растениями, которые мы с вами пересаживали. Может, месяц назад, может, чуть меньше. И как они себя чувствуют. Вы будете в шоке. Всем пока-пока! Девчульки, забыла про вот этот чудесный, вот эти чудесные цветы. Это мельтошки, мельтонопсисы. Очень красивые цветули. Сейчас вспышку выключу. Вот такая вот красота. На самом деле они насыщенно желтые с белой губой. Очень красивый цветок. Шикарные бульбы. Их много, бульбочек. Великолепные. Видите? Замечательные растюхи. Вот такие вот. Да, у кого-то сиреневая. Видите?
губка, у кого-то полностью белая. Но это опять же все зависит от жары, потому что сорт один и тот же. Также остались вот такие вот красавицы, тоже с шикарными бульбочками. И черная кошка. Замечательные тоже растюшки. Шикарный цветок. Опа. Так, девчат, не могу вынуть. Одной рукой покажу вот так. С загорелой бульбы. И вот такой вот цветок. Черная кошка. Фокус куда-то совсем пропадает. Вот что и хорошо. Вот с такими бирочками. Отцвела орхидейка, а цветочек видно. И название на бирочке есть, и сам цвет. И вот такие дендрофалы. Здесь против света, потому что стоит вот такие вот мелкие-мелкие цветочки. Зато смотрите, какие мощные, примощные кусты. Не знаю, как вам показать, чтобы вам было видно. Вот. Посмотрите, какая мощь. О, какие мощные кусты. Кстати, тоже ароматные. Так вкусненько пахнут. Цвели очень пышно. Вот такая вот красотулька. Ну, а тут сели вот так вот мои вандочки. Вообще ничего не видно. Они тоже мои.